Так, ну что меня? Видно, слышно. Вот я решил телефон так установить. Значит, всем привет, ребята, с вами Сергей Маковский. Я обещал провести стрим, я его обязательно проведу, но у меня возникли определенного рода технические вопросы, с которыми я не знаю, в общем, что делать. Я сейчас нахожусь в Таиланде, вот, у меня вот пот с меня градом льется. Смотрите, какая история. Вот я нашел одно единственное место, где Wi-Fi более-менее хороший. Вот поэтому я установил так телефон, на стену закрепил его, это было сложно. При этом я буду сам стоять, вот видите, буду ходить. То есть вот первый стрим вообще в истории, где я проведу его стоя. Вот, и сплю под кондером, блин, продувает. И зарядка до телефона не дотягивается, я его вроде бы зарядил. Короче, к чему я все это, ребята? А, и третье, да, исходя из того, что я пишу стрим сейчас на телефон. Вот, короче, есть из этого всего следующие следствия. Первое, я буду стараться максимально сжато по теме конкретно сейчас говорить, потому что я не знаю, в какой момент у меня батарейка сядет, и вообще тогда стрим прервется, поэтому будем стараться с вами успевать. Это первое. Второе, я не смогу отвечать на ваши комментарии, на ваши вопросы, потому что мне их не видно, тупо не видно. Я вот вообще стою, в телефон смотрю и сам себя вижу, все. Поэтому, ребят, вопросами сегодня придется пожертвовать. Возможно, на следующих стримах удастся как-то это исправить. Но сегодня, к сожалению, нет. Поэтому вопросы задавать мне сегодня не получится. Вот. Ну, давайте, что ли, будем начинать. Итак, тема нашей с вами сегодняшней встречи. Кстати, еще вот я смотрю прямо на себя. Поэтому вот у меня камера, а я смотрю сюда. Все нормально, ребят, я с вами, все нормально. Хотел бы опрос провести, блин, ладно, в другой раз. Давайте, смотрите, тема нашей сегодняшней с вами встречи, с чего начать автобизнес. Ну, я расскажу немного о структуре нашей сегодняшней встречи. Во-первых, мы рассмотрим самый главный, наверное, вопрос, а стоит ли, ну, вообще, в принципе, заниматься этим автобизнесом, ну, потому что не каждому подходит, у этого бизнеса есть определенные свои плюсы, минусы, вот, мы их обязательно с вами рассмотрим, по крайней мере, вот как вот я в свое время перед этими всеми вопросами стоял, и также, я полагаю, вы перед ними стоите, ну, в общем, я свое видение вам расскажу об этом. Мы с этого начнем. Дальше мы рассмотрим основные ошибки, которые допускают новички. То есть логика, смотрите, в чем. Помимо того, что надо делать, нужно понимать, чего делать не надо. Автобизнес – это такая история, она, с одной стороны, достаточно прибыльная, но с другой стороны, как один парень очень круто сказал, стоимость ошибки очень велика в этом бизнесе. Вот мне приходят уже какие-то смски. Стоимость очень велика в автобизнесе, ошибки именно. То есть смысл в чем? Если вы, например, купили машину и по какой-то причине ее продать не можете, да? Либо, может быть, вы ее купили и случились проблемы, ее пришлось отдать или ее вообще забрали, да, там органы какие-нибудь, такое тоже бывает. Или возникли проблемы с предыдущим хозяином и так далее. Вот на самом деле вопросов может быть очень много всяких разных. И это все очень дорого обходится. Очень дорого обходится потеря времени, очень дорого обходится потеря автомобиля самого, да, очень дорого обходится решение вопросов с органами разными, если они вдруг возникают. И это все стоимость ошибки. Поэтому очень важно этот момент понимать, и мы будем сегодня говорить о нем. Именно потому что вы можете сколько угодно быть успешными, перепродать 10 машин, 20 машин, заработать там миллион, да? А потом так попадете, что придется этот миллион весь отдать. И такое тоже бывает. Вот.
Ну что, давайте начнем. Значит, первое, что мы с вами обсудим, это плюсы и минусы. Почему я считаю, это стоит обсудить? Потому что, видите, какая история. Когда у тебя нет внутреннего согласия с самим собой, да, в том, что ты делаешь, у тебя это будет делаться через сопротивление, либо не делаться будет вообще никак. Потому что я отчетливо помню, как я ненавидел профессию перекупщика, я считал, что это ну, какое-то временное, знаете, какое-то временное такое времяпрепровождение, это как-то вот, ну вот сейчас перебиться там, да, там с колен встать, на ноги подняться, там семью накормить, вот сейчас вот эти все вопросы решить, вот чисто финансовые, а потом заниматься нормально. Я реально так думал, и те деньги, которые я зарабатывал, достаточно хорошие, они у меня уходили именно вот на покрытие. Долги у меня были какие-то, оголодал, да, там надо было всякой еды вкусной покупать, нужно было одежду покупать, нужно было поехать на море отдохнуть, давно не был. Вот, и когда все эти вопросы я закрыл, у меня резко упала мотивация. Я помню, что у меня было такое, вплоть до того, что я несколько недель вообще сидел дома и даже не находил в себе сил куда-то выйти, какую-то машину посмотреть, что-то купить, куда-то позвонить даже, на это сил не находилось. Ну, просто внутреннее сопротивление было жесткое. Я тогда прочитал очень много книг, поставил очень много экспериментов над собой в том числе, и я уже понял потом, в чем смысл. Смысл в том, что у тебя внутри все должно сходиться, понимаешь? Если ты занимаешься чем-то, что тебе не нравится, чем-то, что ты считаешь непрестижным, чем-то, что ты считаешь, ну, не крутым, да, то у тебя будет внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление, оно всегда, это какой-то внутренний саботаж. А оно может по-разному выражаться, вы можете это увидеть в том, что вам, ну, тупо неохота, да, вы можете начать болеть, даже до такого доходит, да, если будете себя сильно заставлять. Вы можете, ну, заходить на сайт и не видеть вообще никаких вариантов, просто потому, что внутренне вы не готовы их увидеть. У вас нет внутренней готовности, внутренней решимости пойти и купить эту машину. Вот ее нету, да? А ее нету почему? Потому что нет уверенности. Уверенности нет тоже по двум причинам. Первое в том, что вы просто не знаете, что делать, да, это самое распространенное. Но об этом уже мой обучающий курс, здесь об этом долго рассказывать, чтобы узнать, что конкретно делать. Делать, да, это вот нужно все-таки обучение пройти, потому что там очень много чего надо знать. Вот. И вторая причина, это когда вы не уверены внутренне, что вам это надо вообще. Вот. Именно с этого и нужно начинать вообще. То есть правильный подход, он всегда заключается в том, что вы сначала должны для себя решить, оно вам надо или нет. И это каждый из вас для себя решить должен самостоятельно, это абсолютно все индивидуально. Вот, я же вам сейчас расскажу свой ход мысли, когда я с этим вопросом столкнулся. Вот я считал, что перекупщик это что-то такое непрестижное, это что-то такое, знаете, грязное, это связано с каким-то обманом, это связано с чем-то таким нездоровым, неправильным, недобрым, да, вот что-то грязное. Вот для меня это было так, действительно. И поэтому у меня было внутреннее сопротивление достаточно жесткое. Мне вот все это тяжело так давалось. Я там через не могу постоянно работал. Мне прям не хотелось это делать. Вот. А как только более-менее деньги собрал, я сразу же открыл там фирму другую кредитную. Начал этим заниматься. Думаю, тьфу-тьфу-тьфу, короче, эти машины. И кончилось тем, что я просто миллион потерял. И вернулся опять в стабильные, добрые старые автомобили, автобизнес. Но это мне все равно давалось тяжело, и я решил наконец-то для себя взвесить вот все за и против. И знаете, что у меня получилось? Во-первых, я понял, что очень важная мысль, которая изменила все, она звучит так: не место красит человека, а человек место. То есть мысль-то в чем? В том, что полицейский, врач, депутат, да, чиновник и так далее, это изначально очень-то хорошие профессии сами по себе. Вот. Взять того же депутата, да, например, он, по идее, должен
представлять народ в органах законодательства. Вот. Ну, как часто это не совпадает, да? Или тоже врач, он может... Ну, то есть это очень благородная профессия, по идее. Это человек, который спасает вам жизнь, здоровье, но с бесплатной медициной уже вообще не хочется связываться, насколько там, ну, люди другие уже стали, да, вот. Я к чему? К тому, что если ты будешь перекупщиком, полицейским, врачом, спасателем или депутатом, то ты в первую очередь будешь собой, ты будешь тем, кто ты есть. И это твоя профессия, это всего лишь способ, которым ты обеспечиваешь себя и свою семью. И ты можешь быть очень крутым, классным, открытым, добрым, позитивным перекупщиком и честным. Либо ты можешь быть каким-нибудь врачом, да, но каким-нибудь, ну, таким стрёмным, да, который там на людях отрывается, не сильно разбирается ни в чем. У меня один знакомый врач, ой, не будем об этом, но бизнесмен тот еще вообще, вот, и лекарствами там торговал, и платные приемы из-под полы у него там, и что только не было. ЭКГ где-то там взял, куда-то ездил там с ним платные эти, ну, в общем, люди разные бывают, и от человека зависит, понимаете, от человека. Вот кто ты есть, тем ты и будешь, а профессия, которой ты занимаешься, она всего лишь способ зарабатывать деньги. И как ты будешь этим способом пользоваться, это только тебе решается. Вот это первое, что я для себя понял. И для меня вопросы престижности, непрестижности сразу отвалились. Потому что я это делаю по-другому. Я это делаю не так, как большинство людей. И мой способ приносит нормальные деньги, позволяя мне оставаться честным по отношению к себе. Вот это очень важный момент. Поэтому это что касается престижности. А теперь по плюсам и минусам. Смотрите, какие плюсы мне очень понравились. Первый плюс — это, конечно, прибыльность. Потому что с одной машины можно иметь где-то тридцатку. Это я имею в виду какую-то простую машину, там за 100-150 тысяч, за 80 тысяч. Бывали случаи, когда люди покупали за 40, продавали за 100. То есть такое тоже бывает. У меня в моем опыте тоже есть такой случай, когда мы купили за 50, продали за 145, например. Вот так тоже было. И, кстати, ролик на канале про это тоже есть. Mazda Bongo. Вот. Поэтому это на самом деле очень прибыльно. Очень прибыльно. И даже вот сейчас мы беседуем вот с партнерами по бизнесу. Есть идея, помимо автобизнеса, да, помимо обучения, сделать что-то еще, чтобы, скажем так, яйца вообще по всем разным корзинам разложить. Мы рассматриваем разные варианты, и мы не видим ничего даже настолько прибыльного, сколько автомобили. Ну, тупо нету. Ну, я сколько раз говорю, ребята, если кто-то знает, на чем можно делать там 30% в месяц, вот кто, и чтобы это было безопасно. Потому что машину ты купил, и если ты владеешь технологиями, да, которыми владеем мы, если ты понимаешь, как покупать машину так, чтобы это было безопасно для тебя, то есть ты умеешь ее продиагностировать, ты умеешь ее проверить по всем базам, ты умеешь посмотреть глазами, да, состояние агрегатов, состояние номеров, инкодов, определить там, не переваривалось ли, да, чего-нибудь, не перебивалось ли. Вот, если ты это все умеешь, если ты можешь полагаться на себя, то твоя сделка, она 100% безопасна. Ты берешь машину, и ничего с ней, она не золото, понимаете, она не доллар, она не упадет в два раза, не вырастет. Приора как стоила, так и стоила, да, Королла как стоила, так и стоит. Она может меняться на протяжении года, но у тебя цикл, цена, да, но у тебя цикл сделки намного быстрее. Ты машину продаешь, если ты умеешь это делать, ты продаешь ее за неделю максимум. Если ты этого делать не умеешь, ты продаешь ее за месяц. В любом случае, тачка подешеветь не успевает, и свои деньги ты никак не теряешь. Это очень выгодно. Это очень выгодно и очень прибыльно. Вот. То есть, с одной стороны, выгодно, да, с другой стороны, это стабильно.
То есть авторынок – это такая история, которая, ну, знаете как, она не подвержена резким каким-то скачкам. Я помню, я работал на рынке недвижимости. Я себе лично купил две квартиры. Одну в мае 2008 года, другую в июне. Вот, то есть, вот там меня поперло, я купил две квартиры. Вот, собирал деньги, работал, все, рынок рос, рос, рос. Представляете, с 92-го года, как он появился, до 2008 года, он все время рос. И только я купил, он упал на треть, на 30%, представляете? Вот, и с тех пор он особо больше динамики не показывал. С автомобилями совсем все по-другому. Или те же биткоины, да? Я когда смотрел вот на все вот эти вот движения, я понимал, что это просто очередное. Это же очевидно. Но понимаете, когда идет хайп, там ловить нечего. Все, надо зарабатывать до хайпа. Если идет хайп, все, ловить нечего. Это закон такой. Вот, поэтому, когда биткоин стоил там 20 тысяч, и вокруг меня бегали люди с горящими глазами, говорили: «Серый, надо срочно покупать сейчас, потому что они будут стоить 100 тысяч потом». Я говорил: «Не-не, друзья, это не покатит, 100%. И это нет халявы, не бывает, работать все равно нужно. И подходить к своей работе здраво, понимаете? Если ты хочешь купить за 20 тысяч, продать за 100, через там месяц этого не будет. Это невозможно. То есть это скорее везение. А если ты хочешь выстроить бизнес-процесс, ты не можешь выстраивать на везении. Ты должен выстраивать его на здравом смысле и на логике. Исходя из этого, второе преимущество, да, второй плюс автобизнеса в том, что он удивительно стабилен. Все эти слухи, что машины подешевели, машины подорожали, что рынок стоит или рынок там наоборот движется, да, это все спекуляции. И я на своем курсе для профессионалов покажу обязательно, как эти все волны возникают, как они рождаются, как на гребне этих волн находиться, почему машины иногда дорожают, иногда дешевеют. Но сейчас для начинающих, да, я скажу очень просто. Если у людей нет денег, такого, понимаете, не бывает, что у людей денег нет вообще. Они все равно где-то есть. И тут идет перераспределение. Вот любой кризис – это перераспределение. Я помню, вот вам история. Смотрите, как-то раз я продавал Матисс 100 лет назад, и ко мне приехал парень на новеньком Каене. Вот такой, как у меня сейчас, но тогда это было вообще вау, просто круто, он просто новый был. Это был год 10-й, по-моему, вообще, или 11-й, только-только появился вот этот новый Каен, именно 958-й. И я у него спрашиваю, говорю: «Слушай, чувак, а у меня Матисс все купил, говорит, это можешь помочь мне перегнать, ты на двух машинах, типа, не могу, я тебя назад отвезу». Я говорю: «Окей». Все, отогнали ему этот Матисс, возвращаемся назад, у меня на Каене, прокатил тогда, я думаю: «Вау, круто». И мы с ним разболтались, разговорились, я говорю: «Слушай, я вот все понимаю, но зачем тебе Матисс? У тебя же новый Каен, зачем тебе Матисс?» Он говорит: «Ну, мы открываем это, типа, фастфуд». Я говорю: «Фастфуд? Какой опять фастфуд? Зачем?» Он говорит: «Ну, у нас такая концепция, что мы дороже Макдональдса, мы такие, типа, знаешь, мы как бы более крутую еду делаем, она здоровая, она дорогая, вкусная, вот, но тем не менее это будет формат фастфуда». А год как раз был, говорю, 10-й, по-моему, или, ну да, 10-й. И кризис вот-вот еще шел, да, вот этот вот, тот самый, который в 2008 году начался. Я говорю: «Слушай, ну кризис же, ты чего, у людей денег нету, они там последние там без соли доедают, ты в Макдональдс дорого им ходить, а ты говоришь, фастфуд вы открываете, еще столько денег в них вкладывать, там речь шла о 20-30 миллионах тогда». Вот. Он, знаете, что сказал? Он говорит: «Ну, у нас серьезная фирма, у нас этот фастфуд находится много где, лично я открываю филиалы, вот, ну, менеджер по открытию филиалов, короче, что-то такое. Открывал он в Буэнос-Айресе, в Амстердаме открывал эти филиалы, еще где-то еще, ну, мы с ним долго болтали, он много интересного рассказал. Он говорит: все основывается на элементарных расчетах. И я скажу так, когда у людей снижаются доходы, то это тем, кто снизу, да, кажется, что все капец. Но те, кто наверху, они просто снижают свою планку. И все те люди, которые раньше ходили в ресторан, они теперь будут ходить к нам. Понимаешь?
То есть мы наоборот ловим вот тех людей, которые как бы привыкли питаться в ресторанах, у них денег пока мало, но в Макдональдс, тем не менее, они не хотят идти. И вот они будут все у нас, сказал чувак, открыл вот этот ресторан. И до сих пор он работает. И я хочу сказать, что это, ну, мне открыло тоже на многое глаза. Это действительно так, и на авторынке это также работает. И тот чувак, который раньше хотел купить, я не знаю, Камри, да, он сейчас купит Короллу. Он не будет пешком ходить, у него машина сломалась. Да, кто-то, может быть, ну, не сейчас, чуть позже купит. Но в целом рынок все равно работает. Если у вас есть в этом сомнения, идите в ГАИ, посмотрите на очереди, на оформление автомобилей. Эти все автомобили были куплены. И вот сейчас, то там не пробиться. Поэтому рынок, он действительно работает, он не подвержен кризисам. Все кризисы авторынок просто немножко меняют. Но он остается, и на нем по-прежнему можно зарабатывать. И если вы умеете это делать, то вы будете делать бабки на нем постоянно. И, кстати, на своем курсе для профессионалов, вас, новички, это пока не касается. Но дай бог вам, да, однажды до этого дорасти, вы туда придете и узнаете очень много интересных вещей. Именно про то, как рынок устроен, как это все работает экономически. Вот. Ну, вернемся к нашим баранам. Второе преимущество. Смотрите, первое преимущество, первый плюс, который я вижу в автобизнесе, это то, что очень много в нем денег. Там действительно можно много зарабатывать, особенно если сравнивать с какими-то обычными зарплатами, это просто вообще небо и земля. Вот. Ну, даже я сейчас, да, нахожусь в Таиланде, вот у нас февраль, 3 февраля сегодня. Вот, а я просто потею вообще, вот я весь мокрый, я потею просто, мне жарко. Кстати, да, ребята, это водичку попью. Он у меня слонговый, прикольный. И это преимущество номер три – свободное время. Свободное время. Вы не должны ходить к 9 на работу. Вы не должны ходить к 10 на работу, к 11. Вы не должны работать сутки через трое. Вы вообще не должны работать тогда, когда этого не хотите. И в любой момент, в любой, вы зашли на сайт, купили билет и улетели куда угодно. Куда угодно. У вас есть на это время, у вас есть на это деньги. За последние 2, наверное, года я посетил стран 10 или 12. Вот, наверное, так. Не то чтобы я хвастаюсь, да, но за предыдущие там 30 лет жизни у меня просто столько даже не было. Потому что я все что-то как-то вот, что-то я вот пытался, да, где-то то, все пытался. В последнее время я понял, что жизнь проходит, и вдруг понял, что у меня есть, оказывается, такая возможность. Я просто раньше ее не замечал. Я не хожу к 9 на работу, да? У меня есть деньги, я купил билет, улетел. Вот это вот свободное время, его действительно много, потому что когда ты хочешь, ну, например, ну, купить машину, да, если ты умеешь этим заниматься, то на поиске у тебя уйдет 1-2 часа. Чтобы ее забрать, ну, еще плюс 4-5 часов, да. Ну, вот, допустим, день ты потратил, машину ты забрал. День ты потратил на то, чтобы отвезти там в сервис ее, что-то где-то купить, найти, привезти, второй рабочий день, окей. И показы, да, там час, там 15 минут, там 40, ну, пусть еще один рабочий день. Таким образом, получается, что средний цикл у тебя, тачка уходит где-то 1 в неделю. Из них, по факту, ты работаешь только 3 дня. Только 3. И то ты не полностью их работаешь. Ты там-сям, да, по чуть-чуть. У тебя остается куча времени. Ты можешь со своими детьми заниматься, если они у тебя есть. Если у тебя нет детей, ты можешь заниматься их созданием. Ты можешь гулять с девочками. Кстати, следующее, что мне очень нравится, огромный плюс, девчонкам реально нравятся перекупы. Вот я серьезно сейчас говорю, потому что вы даже сами попробуйте, будете знакомиться с девчонками, они, их же первый вопрос, да, там, чем занимаешься, ты говоришь, ну, вот тачками занимаюсь, автобизнес, купи, продай. И это всегда вызывает уважение, потому что они понимают, что чувак, у которого, ну, который занимается тачками, у него по-любому есть деньги. Ну, по-любому, и причем больше, чем у всех ваших знакомых. Ну, у вас они просто должны быть. И прикол, знаете, в чем?
Я давно заметил, кто чем занимается, у того то и есть. И, ну, то есть у ювелиров много золота, да, у тех, кто занимается кредитами, у них много кредитов, вот. Кто занимается мехом, у них шубы, вот. А когда вы будете заниматься тачками, у вас будут тачки, у вас будут деньги. Это неизбежно, потому что вы будете, ну, оно так само получится. У вас просто, допустим, сейчас денег не очень много, но они все равно соберутся. Я вам точно говорю, потому что у вас какая-то сумма для вас будет комфортная. Там, обычно это 300-500 тысяч. Средний перекуп, вот средний, да, он владеет суммой, ну, там, ладно, 200, там, 700. Вот в этом промежутке где-то 90% перекупов работают. И вот эта сумма, она сама соберется. Вы просто сами будете видеть, если у вас мало, ну, вы как-то вот... Короче, поверьте, у вас эта сумма будет. Вот, она сама откуда-то вот так вот, ну, за 2-3-4 месяца она соберется, никуда не денется. Без нее вы не сможете работать. А бросить вы тоже не сможете, потому что вы проведете одну сделку, получите с нее 30-40, потом вспомните, что вот за вот... За эти деньги вы ходили раньше целый месяц на работу, что вас там нагибал начальник, что на вас там орали, что вас заставляли, что вы столько потратили на это вообще времени, целый месяц. И тут просто нашел тачку, забрал, отдал дальше. Это несопоставимо, поэтому, конечно, тачками заниматься намного выгоднее, чем ходить на работу. И это, кстати, следующий огромный плюс. Ты сам себе хозяин. Тебе не надо ни перед кем отчитываться. Ты сам себе босс. Это твое движение. Это твой бизнес. Ты сам себе хозяин. И это очень для меня, например, важно. Потому что, ну, вообще, вы знаете, мужчина, он изначально не очень любит, когда кто-то ему там что-то приказывает. Ну, вот он такой, да? И это, кстати, тоже одна из причин, по которой девчонки перекупов любят. Потому что перекупы обычно достаточно самостоятельные люди, ответственные и умеющие отвечать за свои решения. Вот, такие дела, поэтому это плюсы, это не все плюсы, это основные, я назвал, просто время у нас идет, будем сокращать. По поводу минусов, ну, я уже говорил, да, что это такая мнимая непрестижность работы, что, ну, там, перекупы, там, все такие, нифига. Во-первых, это не так. Во-вторых, только от вас зависит, каким вы будете перекупом, да, хорошим или плохим. И третье, сейчас тренд, он никуда не денется, он будет. Понимаете, перекупов автоподборщики незаслуженно задавили. И вот сейчас перекупов будет много, и они обратку дадут, вот увидите. И со временем перекуп, он станет открытым, честным, прозрачным, понятным, со своими какими-то каналами на YouTube, там, Инстаграме и так далее. Это наше будущее, я сразу намекаю. Вот. И на курсе, кстати, для профессионалов я уже буду рассказывать, как это все создавать. Вот, это наше будущее. Перекуп, он сейчас, скажем так, пожинает плоды тех людей, которые в 90-е какие-то черти где-то накосячили, но сейчас этого все меньше и меньше, и сейчас люди это тоже увидят. Так что это не престижность, это явление временное, оно не будет вечно. Ну, 3 года еще, не больше. Вот, и знаете, какой минус еще, в котором вы должны быть готовы? Это надо вот работать. На самом деле прибыльность такова, что если вы даже работаете не очень много, то все равно у вас будут деньги, и больше, чем если бы вы ходили на работу. Но фишка в том, что когда ты начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, что, ну, реально от тебя зависит. Это все равно, что если, знаете... Ой, жарко мне, ребят. Реально жарко. У нас плюс 33 сегодня. Кстати, для тех, кто только что присоединился, я хочу сказать, что, к сожалению, чат закрыт, вопросы сегодня не принимаются. Извините, по техническим причинам. С телефона я их не вижу. Вот, в следующий раз, возможно, на вопросы будут ответы. Сегодня, к сожалению, нет. И так, погнали дальше. К сожалению, нужно будет, скорее всего, работать. Потому что, если вы будете
вы работаете так себе, да, у вас денег будет много, все равно, да, потому что вы даже если две машины в месяц продадите, две, Карл, это просто, ну, считай, ничего ты не сделал, да, потому что 6 рабочих дней ты потратил за месяц, за целый, да, 1/5 месяца ты работал. Ты все равно 50-70 заработаешь с этих двух машин по-любому. Вот. Но когда ты понимаешь, что ты можешь за неделю сделать, там, не знаю, 60-70 за неделю, да, если у тебя две машины в обороте, то ты понимаешь, что за 4 ты можешь делать 200-300. И вот тогда начинается вот эта вот гонка. И в нее, как правило, ну, самые адекватные попадают именно в нее и начинают очень много зарабатывать. Вот, и 200-300 это нормально, это можно делать. Вот, но приходится много работать, и ты должен быть к этому готов. Ты не ходишь на работу, ты сам себе хозяин, это хорошо, да, но в то же время, ну, никто не будет на тебя давить, никто не будет тебя заставлять идти куда-то утром, никто, ты должен будешь сам за себя отвечать, и, ну, и много все-таки работать. Но эта работа, она будет в кайф, потому что ты увидишь, что ты раз-раз-раз-раз-раз, бум, полтинник, да? А раньше тебе приходилось целый месяц просто за это работать. Тут раз-раз-раз-раз-раз, бум, еще полтинник. Эта работа, она будет в кайф, поэтому не в напряг. Но как бы об этом все равно я сказать должен. Чтобы в этот бизнес не шли люди, которые думают, что «О, я сейчас приду, и как, упадут на меня с неба деньги?» Нет, деньги не упадут, деньги надо будет взять. Но их там действительно много. И если вы не попадаете в ошибки, под которые очень дорого обходится. И основная причина, по которой люди уходят из автобизнеса, это после таких ошибок. Потому что ошибки, ты можешь потерять деньги, ты можешь потерять здоровье, ты можешь потерять жизнь, ты можешь потерять свободу. Это все может быть. И очень важно не попадать в такие ситуации, когда это может случиться. Для того, чтобы не попадать в эти ситуации, ты должен знать о них, да? И давайте вот сейчас об этом я и расскажу. Какие основные ошибки перекупщиков, которые часто несовместимы просто, да, с продолжением бизнеса. Это для новичков очень важная информация, потому что, знаете, я иногда сравниваю. Вот я сейчас гуляю по пляжу, и вечером очень много крабиков бежит там. Тут у нас ходят туристы, русские, китайские, и они этих маленькие такие крабы, и они их на пляже ловят. И я вспоминаю все время перекупов наших начинающих, которые похожи на этих маленьких крабиков. Их, знаете, отложили где-то, вот, ну, или черепашата, да, как мама-черепаха отложила яйца где-то там в песке, и вот они вылупились, и они должны быстро добежать до моря и там уже плавать и выживать там, да. Но пока черепашата бегут, или там, не знаю, мальки рыбы, да, вот они только-только вылупились, и они должны по ручью спуститься в реку. И на них начинается охота, их начинают ловить всякие, короче, птицы, всякие другие рыбы, какие-то звери, прочие хищники. И из потомства добегает реально, дай бог, чтобы половина. Вот с перекупами такая же история. Очень много кто начинает, но они попадают в это, понимаете, очень сильно попадают. И попасть-то в это легко, потому что реально, ну, достаточно жестко там все. Это надо понимать. Вот, и новичка на самом деле преследуют такие прям серьезные враги, я бы назвал. Сейчас я вам расскажу о трех типах. Коротенько, и будем заканчивать, ребят, потому что я буду еще полчаса рассказывать. Для тех, кто только что присоединился, смотрите, я по техническим причинам веду сейчас стрим из Таиланда с телефона. Единственное место нашел, где Wi-Fi ловит, и у меня сюда провод от телефона не достает, поэтому батарейка может в любой момент сесть. Соответственно, мы с вами очень коротко, по сути, сжато,
беседуем. И на вопросы я тоже отвечать не могу, потому что, во-первых, не успею, во-вторых, я их сейчас с телефона не вижу. Если я буду включать чат, у меня телефон так установлен, знаете, он может упасть. Вот, ну, такие технические моменты. А в другое место я его поставить не могу, потому что мы, ну, вот, кто помнит прошлый стрим, вообще связь была отвратительная, да, просто вот я долго искал, ребята, я потратил почти день на то, чтобы найти в номере какую-то точку, где более-менее связь есть. И я сегодня не на пляже, я сегодня не поехал на острова, хотя собирался. Я надеюсь, вы мне поставите лайки, плюсики и запишитесь на мое обучение, потому что иначе мне просто жалко времени. Я надеюсь, вы цените, ребят, то, что я для вас делаю. Вот. Кстати, можете в комментариях что-нибудь написать, я потом посмотрю, когда будет возможность, сейчас не увижу. Итак, смотрите, основные ошибки, в которые ни в коем случае не должны попадать новички. Их очень-очень много, и я их группировал на три основные типа, да, три основных типа ошибок. Первый тип ошибок – это ошибки юридического характера. Сюда входят все те причины, по которым машина, которую вы купите и продадите дальше, может не встать на учет. Вот если вы купили машину, продали ее дальше, и человек ее на учет поставить не может, вот тут начинаются проблемы одни из самых серьезных. Там причин, может быть, к этому много. Сейчас об этом поговорим подробнее. Вторая группа ошибок – это ошибки технического характера, когда, ну, просто автомобиль не в том состоянии, да, в каком вы думали, там замаскировано как-нибудь его, замазали, заляпали, и вы не поняли ничего, купили какашку, и все, не можете ее дальше продать. И третья группа ошибок – ошибки экономические, финансовые. Вот. Все эти ошибки – это не все, да, какие могут быть, но это самые серьезные. И когда вы начинаете заниматься бизнесом, вы по-любому будете в них попадать. И они вам будут очень дорого обходиться. Поэтому я сейчас о них хотя бы вас предупрежу, да, чтобы вы понимали. Это потому что очень важно. Без этого вы просто даже не лезьте туда, ребята. Это все равно, что… Ну, я не знаю, ты вот просто в лесу иди, в тайге выживи, вот то же самое, да? Без каких-то знаний, без знаний, с какой стороны мох, да, там, куда это указывает, без знаний, как развести костер без спичек, без знаний, как соорудить землянку из веток, да, без знаний, как вот определить по следам, что это за животное и как давно оно проходило. Вот без всех этих знаний в лесу ты погибнешь мгновенно. И здесь примерно такая же история. Если ты не будешь знать, как проверить машину, если ты не будешь знать, как ее продиагностировать, если ты не будешь знать, почем ее реально можно потом продать, все, тебе там делать нечего, ты погибнешь. Серьезно говорю. Не в полном смысле, ну просто потеряешь деньги раз, второй, третий, а потом скажешь, да нафиг это мне надо, вот и все. Сейчас давайте про эти ошибки немножко подробнее. Ой. Как тут жарко, парни. Вау. Плюс 33 градуса. Окей. Смотрите. Юридические ошибки, да? Здесь три подраздела, скажем так. Три подвида ошибок юридических. Напомню, их объединяют вместе то, что автомобиль на учет вы не поставите. Ваш новый покупатель не поставит машину на учет, и это может, ну, по-разному как бы заканчиваться, в зависимости от ситуации, но тут речь о лишении свободы тоже может начать подниматься. Все зависит от того, как вы документы оформите, с какой там легендой вы это все продавали и так далее, и насколько он обиделся, и насколько вообще вопрос серьезный. То есть все может быть. Ну, в худшем случае просто заберете эту машину назад и продадите на запчасти. Это самое, ну не худшее, вернее, это самое простое. Если он машину на учет поставить не может, то это всегда проблема. Так вот, что может помешать постановке машины на учет? Значит, три типа ошибок. Первые – это ошибки
проблемы по базам. По базам это значит, что машина может, ну, к примеру, иметь регистрационное ограничение. Машина может находиться в розыске по тем или иным причинам. Машина может быть двойником. Знаете, да, что такое? Это вообще одна из самых больших, это такое западло, знаете. Вроде все ровно, а вот поди ж ты, машину только на запчасти. И то через уголовное дело, не факт, чем оно закончится. Машина может быть банально угнанной, машина может быть кредитной, машина может находиться в залоге, в ломбарде, например, да, и так далее. То есть у машины есть некоторые юридические обременения, те или иные, которые не позволяют машину поставить на учет. Вот очень важно, это прям вот это правило номер один. Когда ты покупаешь машину, проверь ее по всем базам. Вот прям вообще везде, вот прям вообще. Потому что если ты этого не сделаешь, то есть вероятность, что ты попадешь. Вот. Это ошибка номер один. Ошибка номер два юридического характера, да, это неправильные документы. Вот здесь нужно понимать, что существует и поддельные ПТС, и поддельные генеральные доверенности, и просто неправильно оформленные договора купли-продажи, просто неправильно оформленные цепочки. Да? Это особенно проблема, когда ты покупаешь у перекупов, особенно у тех старых, да, староверов, которые еще тяп-ляп все делают по привычке. Вот. С ними тоже часто такие вопросы возникают. Вроде машина честная, да, а доки оформлены непонятно как. И в тех договорах ошибки были допущены, что-то где-то не так написано, или сама цепочка, да, как-то неправильно оформлена, кто-то где-то не вписан, или вписан не туда, или не так. И все, и машину, ну, развернут. Это надо будет решать, это долго, сложно, геморройно. Ну, в общем, проверяйте документы, чтобы они были настоящими, чтобы вам действительно машину продавал тот самый человек, который отношение к этой машине имеет, то есть на основании чего, да. И так далее. Это вторая часть, это ровные документы. Вторая группа ошибок. Тут тоже есть проблемы с этим. Внимательно все смотрите. Третья группа ошибок юридического характера, это, ну скажем так, нарушение идентификационных номеров. Ну вот так вот, да. Когда ты не можешь либо прочитать ВИН-код, либо номер двигателя, либо номер кузова, номер шасси, рамы. Или ты по каким-то причинам, он поврежден или заржавел. Или, может быть, имеются следы того, что он переваривался или перебивался. Или, может быть, менялась целая деталь. Да? Это все надо внимательно смотреть, очень внимательно. Потому что часто возникает... такие ситуации, когда автомобили, ну, то есть они точно идут на экспертизу все, а после экспертизы там вообще, ну, все что угодно может быть, вплоть до того, что вот была ситуация, когда чувака мерз забрали вообще, забрали просто, говорят, а у тебя вот номер перебитый и все тут. И все, возбуждается уголовное дело, чувака привлекают, откуда у тебя эта машина, где взял, там, а не ты ли это перебил, да, и вот и так далее, это все... ненужная история, проще смотреть. Поэтому третья, скажем так, группа ошибок, это связано с тем, что вы какой-то где-то номер не доглядели, где-то буковка там чуть-чуть не тем шрифтом, да, там очень много нюансов. На своем курсе я прям вот это все с фотографиями даю, куда смотреть, как это выглядит, где, знаете, даже как вообще сама технология переваривания этих ВИН-кодов, как это все выглядит, как это проверять. Вот, то есть вы это, ребята, должны знать и уметь, как отче наш. Иначе вероятность того, что вы попадете, она увеличивается. И это к вопросу о стоимости ошибок. Потому что когда у тебя заберут мерз, вот тогда ты запляшешь, да, как говорится. Я вас просто предупреждаю. Это третья группа. Третья группа первого типа ошибок юридических. Вторая группа ошибок, ошибки технические. Здесь тоже три подгруппы я выделяю. Смотрите, первая подгруппа ошибок в том, что вы покупаете автомобиль, который бывал в сильных ДТП. То есть с виду этого никак не видно,
Вот. Но почему-то, когда вы начинаете его продавать, все приходят и все почему-то видят, кроме вас. Это такое западло, и это так, так часто бывает, что просто смешно. Вот. У новичков, вот у всех практически, они через это проходят. Соответственно, ребят, вы должны уметь отличать автомобиль, который был в ДТП, от автомобиля, который в ДТП не был. Вы должны понимать, какое это было ДТП, да, какой был удар, куда. Почему? Потому что это все влияет очень сильно потом на итоговую продажу. Вот. И знаете, я когда не имел отношения к автомобилям, я просто, ну, их любил, иногда смотрел на сайтах. Я видел, что одна и та же машина может стоить 1 000 000 и 1 300 000, например, да? Они стоят одинаковые, год один. И думаешь, блин, ну вот же прикольно, да? Купи за 1 000 000, продай за 1 300 000, вот тебе и бизнес. Так думал я, пока не начал в этом разбираться и не увидел, что машина за 1 000 000, битая там вперед, взад, перевернута, утонувшая. И... а за 1 300 000 от одного хозяина, там с родным пробегом, вся в идеале. И поэтому за 1 300 000 уйдет быстрее, а та за 1 000 000 она будет стоять. И вот вы когда купите такую машину за 1 000 000 и потом не сможете продать ее даже за 800, вот тогда вы вспомните этот стрим и то, о чем я вам сейчас говорю. Это называется первая группа технических ошибок, сильный ДТП. Это не значит, что эти машины вообще не надо брать, да? Это значит, что их нужно уметь оценить правильно. Вот, кстати, технологию оценки я тоже ученикам своим даю. Вот. Но вы должны это тоже уметь, это обязательно, со мной, без меня, пофигу. Если вы этого не умеете, ловить вам нечего. Вторая группа ошибок технического характера в том, что автомобиль может иметь общий износ. Такой, знаете, ну, тачки из-под такси, тачки из-под доставки, курьерские какие-то автомобили, делимобили, вот эти вот, каршеринг, вот это все. Автомобиль может быть свежего года, да, но при этом он настолько уезженный, что там уже ловить нечего с ним абсолютно. Он, это называется выработанный ресурс. И вы должны уметь это определить, даже когда поменяли руль, там еще что-то. Вы все равно должны уметь понять, потому что если что-то замаскировано, это вы не увидите. А ваши покупатели, блин, они такие глазастые, ребята, вы не догадываетесь. Они вот настолько вот все такие прохаваны, иногда думаешь, да, господи, шел бы ты в автоэксперты. Они почему-то вот прям шарят, да, и ты должен шарить больше них, обязательно, иначе тебе там делать нечего просто. Потому что если ты купишь машину с выработанным ресурсом из-под такси, выглядит она нормально, но она конченая, да. Это как в 90-х наклеивали на видео магнитофоны наклейки, переписывали 1000 видеокассет, пока он глючить не начинал, потом отклеивали наклейку и продавали его как новый. Вот. Сейчас много кто так такси облагораживает, да, особенно Солярис и всякие Логаны и так далее. Там это вообще очень распространено. Если вы такую машину купите, вы с удивлением обнаружите, что вы ее продать не можете вообще даже за столько, за сколько купили. И даже дешевле на 30 тысяч, и даже на 50. И все равно люди приходят, люди видят, а вы не увидели. И в итоге вам приходится ждать лоха, да, это называется так. Кого-то такого же, кто тоже такой решил заработать. Вообще, я вам скажу так, на авторынке есть прям такой тип покупателей, начинающие перекупы. Вот на них перекупы-староверы реально охотятся. Потому что вы как бы хотите заработать, но вы нихера не шарите. И вам вот это все впарить очень быстро можно. Вот. И серьезно, я сам с этого начинал. Мне тоже впарили 99-ю, еще дешево так. Я думал, блин, круто. Вообще кайф. Это очень давно было. 99-я, ей было 3 года или даже 2 года. Но как новенькое, все так круто было. Они стоили 130-140 тогда, я купил за 105. Я думаю, вау, вот я сейчас бабки заработаю. И, короче, после того, как я ее поставил на учет, затонировал, поставил на нее новые литые диски, резину, я там прям вложился в нее, ну, просто сам еще катался на ней пару месяцев, но мне нравилось. Я ее смог продать через только месяц, кое-как там впарить, вот прям вообще кое-как, да, за 95 ее отдал. Потому что, оказывается, она была перевертыш, оказывается, она была с севера, а там, в том городе, где я продавал, северные машины не любят, а я не знал этого. И все, и все приходят, плюются, я потратил столько времени, потратил столько денег, короче, вот.
но зато получил бесценный опыт. И, кстати, ребят, знаете, что по поводу моих курсов? Для чего они созданы? Для того, чтобы вы для себя сами решили, как получать этот опыт. Вы можете либо моим воспользоваться, да, я вам все реально расскажу, как есть, и вы будете просто знать. Либо вы можете все эти ошибки совершить сами, потратить там несколько лет своей жизни, не заработать несколько миллионов, но зато получить тот же самый опыт. Вот как бы это тут вот решайте сами. Вот, так что, когда у машины выработанный ресурс, с ней вообще нежелательно связываться, либо покупать очень-очень дешево, потому что они уходят слишком, ну, они плохо уходят и очень дешево, только так. И они уходят в основном на тех, кто только хочет так же, знаете, кого-то обмануть, вот, вот и все. И вариантов таких много, а тех, кто не шарит, их все меньше. И вот, и выходит, да, что машина вроде год свежая, и хорошая, и, блин, и дешевая, и никак, месяц-два продать не можешь. Что происходит? А вот, вот, надо было, короче, подумать, да, про это. Надо было на курс записаться, и все бы знал. Ну ладно. Третья группа ошибок, это, как тоже технических, да, это когда какие-то основные агрегаты, которые стоят дорого, они находятся в плачевном состоянии, либо в неисправном. Иногда бывает такое, что ты купил машину, отъехал, у тебя там двигатель, да, сломался, или коробка сломалась, или навигационная система какая-нибудь наворочена, или, особенно мне нравятся глюки электроники в люксовых тачках, там, знаете, диск не читает. Диск не читает, полезли разбираться, там система команд вообще вся, то есть под замену, по-другому никак. Никто это не вскроет, не перепрограммирует, это надо вон туда и в Штутгарт везти, чтобы это сделали. Проще просто ее вот снять и поставить новую. А новая стоит сотку. Все, диск не читает. Представляете, да? В общем, третья группа ошибок заключается в том, что вы можете купить автомобиль, не поняв, в каком состоянии самые основные агрегаты у этого автомобиля. Поэтому вы должны владеть хотя бы какими-то минимальными навыками диагностики. Ну вот хотя бы той, которую я своим ученикам даю, я называю ее Fast Check. Это система диагностики, когда ты проходишь везде, везде, везде по основным точкам, которые, ну, знаете, ты не должен быть, честно говорю, ты не должен быть каким-то экстраспециалистом. Ты не должен подключаться через какие-то хитроумные компьютеры к каким-то датчикам в заднем мосту. Это все лишнее, это все, знаете, шоу, короче. Шоу на YouTube для тех, кто, ну, хочет воспользоваться услугами автоподборщиков. Автоподборщики должны тоже как-то свое существование оправдывать, за что они с вас деньги берут. Как правило, кстати, ни за что. Просто я знаю много автоподборщиков, вот и все. Но речь не об этом. Ладно, каждый как может, так и зарабатывает. Это бог с ним. Хотя, конечно, я бы так не стал. В общем, третья группа ошибок – это когда вы пропустили какой-то агрегат, который с виду нормально работает, но вы только отъехали, она закипела, да? Или задергалась, или еще что-то, или коробка там встала и так далее. Это все очень дорого обходится и съедает всю вашу прибыль. Вот такая вторая группа ошибок технических. Все проверяйте, не попадайте на это. Третья группа ошибок экономические. На самом деле она вообще самая важная. Просто народ, вот, да, люди, вот вы даже, я когда-то, мы вот вы думаете, да, что в автобизнесе важно это автомобиль. Не, самое главное в автобизнесе это деньги, понимаете, это целая философия, другой подход, сейчас некогда про это говорить, но смысл в том, что когда вы ставите в центр своего мировоззрения именно автомобиль, то вы будете, да, разбираться там в каких-то запчастях, еще в чем-то, и у вас, может быть, будет хорошая машина одна, но у вас не будет доходов 200, 300, 500 тысяч, понимаете, потому что когда вы действительно хотите делать деньги и постоянно, да, не просто купить, продать, там, о, круто, повезло, там, заработал, а сделать из этого налаженный бизнес-процесс. Вот тут вам другого рода знания понадобятся.
Не про то там, что бита крашеная, не про то, сколько там хозяев ПТС, ПТС оригинал или дубликат, а вот про то, сколько денег на этой машине можно сделать. Как сделать так, чтобы находить варианты, под которыми максимально денег, да? И как делать так, чтобы эти варианты находить как можно чаще и побыстрее, да, продавать. Вот эти вопросы должны будут у вас выходить на первый план, если вы хотите делать из этого бизнес. Но вам, новичкам, про это пока рано думать. Просто имейте в виду, экономические ошибки – это оттуда. Что такое экономические ошибки? Почему они здесь включены? Да? Почему я про них решил сейчас рассказать? Потому что если вы на самом начальном этапе своего бизнеса их допустите, это точно так же вас вырубит, и вы дальше не сможете ничего делать. Смотрите, экономические ошибки – это когда вы не зарабатываете деньги. Либо не зарабатываете, либо зарабатываете меньше, чем могли бы, либо не зарабатываете вообще и теряете. Большинство людей относятся так, что ну, заработал с машины тридцатку, ну да, ну продавал 2 месяца, ну блин, зато заработал. Вот это ну, не то, что позор, но это очень плохо. Это значит, что ты за 2 месяца заработал 30 тысяч всего. Это отвратительно. Ты мог эти деньги в банк положить и все, да? Столько же потом бы и снял. Ты что-то там работал еще за это. Сработать в ноль – это всегда убыток, потому что время идет, деньги должны работать. Вы всегда должны сравнивать, скажем так, свои успехи, ну, с какой-то нормой прибыли. Ну, вот я своим ученикам это даю. Сколько нормально зарабатывать вообще и на что нужно ориентироваться в каждом там городе, на каждую сумму и так далее. Так, мы с вами уже час, да, ребята? Все, давайте. Коротенько. Блин, ну как вот это коротенько? Я же уже и так по сути рассказываю. Смотрите, третья группа ошибок экономические. Первая ошибка это в том, что ты не умеешь оценить автомобиль. То есть ты купил его дороже, чем он стоит. Ты посмотрел, да, такие тачки стоят 1 000 000, ты купил за 800, думаешь, вау, круто. Но по факту именно этот автомобиль, он в бедной комплектации, он из плохого региона, у него там 15 владельцев, у него было 18 ДТП. Его просто никто не хочет покупать. И даже за 800. Вот это называется экономическая ошибка. Ты не смог правильно оценить автомобиль. Из-за этого ты потерял деньги. Тогда ты будешь продавать его в месяц, отдашь в итоге за 650, и вот так вот перекрестишься. Это большой убыток. И ты поймешь, что оно того не стоило. Вот это вот цена опыта, ребята. Вот это цена опыта, который ты можешь купить, да, у меня, а можешь его получить самостоятельно. Это вопрос, ну, как бы, разумности. Какой путь тебе больше нравится. Первая группа ошибок это вот то, о чем я сейчас сказал. Это как раз вот эта история. Когда ты купил вроде как дешево, да, а по факту ты не смог оценить нормально и купил. В итоге получается по факту дорого. Вторая группа ошибок экономических в том, что ты купил автомобиль и не смог правильно оценить вложение. Это вообще бич новичков, скажем так, когда ты еще не очень хорошо понимаешь, какие расходы будут. И именно на вас, мои дорогие начинающие, рассчитаны все вот эти байки продавцов по поводу того, что да, там это, 500 рублей, короче, и все, мне просто некогда. Да, там просто поставишь там 1500 и все, просто некогда. Это все херня. Вот в большинстве случаев, на самом деле, я практически не знаю таких ситуаций, когда человеку некогда выделить полчаса и 1000 рублей, чтобы машину привести в порядок перед продажей. Обычно там какой-то серьезный косяк на очень дорого, и человек просто вам в уши ссыт, извините за выражение. Вот. Поэтому вот эта вторая группа ошибок именно в неумении правильно оценить стоимость ремонта. Это тоже очень важно. И если у вас нет уверенности, что вы это сможете сделать, не лезьте. Будете попадать, дорого обойдется. Реально проще ко мне записаться, я вам все эти технологии дам, вы реально сэкономите намного больше. Вот даже просто по одному этому вопросу. И третья группа экономических ошибок, она такая самая неочевидная, но в нее очень много кто попадает, и она
такая тоже очень дорогостоящая. Она вообще самая дорогостоящая здесь. Это когда вы покупаете автомобиль неликвидный, то есть не ходовой. Какой-нибудь там крутой Range Rover, например, да, вы думаете, вау, 2008 год, 500 тысяч, халява, супер. Вот мало что можно сделать хуже, да, чем купить Range Rover за 500 тысяч, ярко-оранжевый какой-нибудь или черный суперчарджер, там, 5-литровый вообще, вы такие, вау, да, эмоции, супер, аппарат тот еще. Но вы же сами знаете, да, сколько баек про эти Range Rover сложено. Например, почему на Range Rover стали делать усиленный обогрев заднего стекла, чтобы у людей не мерзли ладошки, когда они толкают его в сервис. Вот, это действительно так. Эти рейнджи, это, конечно, и вы его купили, и тут же вам надо поменять это стоит 80 тысяч, поменять вот это оказалось 43, а вот это вообще 200, вы думаете, нет, я это делать не буду, я это замаскирую, короче, солью его дальше. И с чем вы сталкиваетесь? С тем, что нафиг никому не нужен. Все ходят, смотрят на него, да, сила, да, аппарат, да, круто, купи. А, вот. Поэтому, видите, какая история. Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Помните, да, эту историю? Поэтому мы с вами, если мы хотим реальный бизнес выстраивать, мы должны ориентироваться на платежеспособный спрос. Так вот, люди покупают, они могут говорить о чем угодно, они могут хвалить что угодно, но покупают они совсем другое. Чаще всего. Вы должны знать, что покупают люди, и торговать именно этим. Это очень важный момент, потому что я сейчас не хочу сказать, что там все Логаны хорошо, все Range Rover'ы плохо. Нет. Среди люксовых тачек тоже есть, и среди Range Rover'ов, кстати, тоже есть свои пирожки. Но в этом всем надо разбираться, это надо понимать. Список таких моделей я тоже, кстати, даю своим ребятам. Вот. Вы должны понимать, какие машины ходовые, грубо говоря, какие нет. Вот, в принципе, все, давайте вот на этом мы, наверное, с вами и закончим, потому что уже очень долго, сколько, вот уже больше часа, я постарался сегодня вам дать понимание, скажем так, пищу для размышлений, да, стоит, не стоит вам заниматься вообще автобизнесом, и я вам рассказал, какие есть плюсы, какие есть минусы, вы для себя решайте сами, я для себя этот вопрос решил давно положительно, как вы видите. И для тех, кто решился, я вас предупредил о том, что вот такие ошибки для вашего бизнеса будут смертельными. Их нельзя допускать вообще. Никогда вы новичок, никогда вы там старичок, вообще нельзя. Потому что это очень дорого может обойтись. Когда ты купил машину, ты можешь начать просто в нее вваливать бабки, она у тебя будет сыпаться. Ты будешь ее проклинать, пытаться кому-то отдать, ты на это можешь потерять 100-200 тысяч. Это реально. Когда ты купил машину, которая не встает на учет, там может столько всего начаться. Ты вот даже прям лучше тебе не знать про это. Поэтому проверяйте тачки. Когда ты купил машину, а она прикольная, да, но она не продается вообще, и ты пытаешься ее... А время идет. Ты влупил все бабки, ты как бы... У тебя все, бизнес стал. Знаете, в чем самый главный прикол? В контрактах, в серьезном бизнесе, в контрактах указывается еще такой пункт – штраф за недополученную прибыль. То есть, если по каким-то причинам в моем бизнес-процессе, благодаря тебе, да, вот ты мой поставщик, например, возникла дыра, я остановил завод, я выплачивал людям зарплату, я платил налоги, аренду, ты мне задержал там алюминий, да, я не смог работать. Вот у меня возникли издержки, там, 15 миллионов долларов, вот ты мне их обязан возместить, потому что по твоей причине бизнес стал. Согласитесь, это нормально, да? Это называется упущенная прибыль. Так вот, когда ты делаешь свой бизнес и покупаешь автомобиль, который просто тупо встал, и у тебя встал вместе с ним бизнес, это значит, ты не ищешь новое, ты не продаешь, ты не зарабатываешь. Если ты нормальный перекуп, ты делаешь сотку и выше. Вот если ты купил тачку, она у тебя зависла, и ты целый месяц на нее смотришь, это значит, что твоя ошибка обошлась тебе минимум в сотку, которую ты не заработал. Даже если ты продал в ноль, купил за 500, отдал за 500, перекрестился,
все равно твой убыток составил 100 тысяч рублей, потому что в это время ты мог чем-то другим заниматься. Ты мог покупать, продавать и зарабатывать. В общем, ребят, вот такой стрим. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Сергей Маковский. Кстати, для тех, кто определился, что он хочет заниматься автобизнесом, для тех, кто хочет не попадать в эти все ошибки, для тех, кто хочет просто купить весь мой опыт и за 2 недели все узнать четко, да, как проверять, как искать сладкие варианты, как торговаться, как покупать, как правильно оформлять документы, как правильно оформлять там ИП, не ИП, ООО, не ООО, как вообще это все делать, как продавать быстро, да, и выгодно. Вот кто хочет весь мой опыт просто получить, весь опыт мой, ну, то есть, по большому счету, купить себе несколько лет жизни. Вот для всех тех, кто хочет это, для тех, кому это интересно, вы, ребята, оставайтесь. Я сейчас пойду, мне просто вообще очень жарко. Я пойду вот сполосну голову, и через 2 минуты я сюда приду и расскажу вам о своем обучающем курсе, который я создал именно для того, чтобы люди не пробивали лбом стены, чтобы они не оплачивали свой вот этот горький опыт, да, деньгами, кровью и временем. Время – это вообще самый дорогой ресурс. Потому что вы могли быть вот здесь сейчас, например, да, в Таиланде, вот вполне, и кайфовать здесь. Просто это не так дорого стоит, но вот это время вы где-то на другие ошибки истратили, понимаете? А его все меньше у нас и меньше этого времени, к сожалению. Я вообще считаю, в моем возрасте мне вот, например, вообще понятно, что время – это самый ценный ресурс. Поэтому я искренне не понимаю, нахера тратить годы просто, чтобы вот узнать то, что ты можешь узнать за 2 недели. Профессионально упаковано и подготовлено. Вот для тех, кому это интересно, ребят, сейчас я через где-то 3 минуты вернусь и расскажу про свой обучающий курс для тех, кому это интересно. Кому это не интересно, рад, что вы присутствовали. С вами был Сергей Маковский. Надеюсь, мой стрим вам понравился. Давайте вам напоследок покажу Таиланд. Как выглядит у нас 3 февраля. Вот так вот. Ну, не очень видно, да? Есть вариант более прикольный. Вы просто приезжайте сюда и все. Мы с вами вместе потусим. Так. Блин, главное, что телефон сейчас не упал. Все. Всем пока. Кто про курсы будет слушать, ребята, кому интересно про обучение узнать, ждите 3 минуты. Тоже чайку пока можете сделать. Через 3-4 минутки с вами здесь увидимся. Вот, я же говорил, телефон, блин, падает. Все, сейчас приду.
все-таки упал телефон, да? Я говорю, я его тут, блин, мастерил, поэтому, и не получается смотреть сообщения ваши, комментарии, потому что потому что установлено. Че, кондер включился, нет? Сейчас. Ну что, ребят, погнали. Смотрите, по поводу обучения. Значит, Марина, кидай ссылки на себя. Не забывай. Все вопросы по обучению, которые у вас возникнут. Сейчас я презентацию небольшую для вас сделаю. Все вопросы, которые возникнут, зададите Марине. Вот она у нас этим занимается, организационными вопросами. Ну, какие вопросы? Когда начало... что там надо иметь, да, добавьте в группы, какое расписание, а вот я не могу присутствовать, что делать, да, вот эти все вопросы, орг-вопросы, так называемые, все задавайте ей. И сейчас, да, вот, а вот у меня в городе 15 тысяч человек, а смогу ли я работать, а вот мне там 58, не поздно ли, а вот у меня там 50 тысяч всего, а вот у меня 3 миллиона, ну вот, вот эти все ваши вопросы, у каждого они свои, я прекрасно понимаю их. Я сразу хочу предвосхитить ответы и сказать, что у нас курсы прошли и достаточно успешно работают, ну, уже больше, чем 500 человек, уже где-то, может, 600, там, ближе туда. Я не знаю, я уже считать бросил. Вот. Там были у нас и женщины, и девушки, и совсем молодые пацаны, там им было по 18, вот только-только исполнилось, и достаточно пожилые люди за полтинник. Были люди, которые просто приходили, отдавали вообще все деньги за обучение, и потом еще что-то как-то крутились, пытались вымутить какой-то там москвич, поменять его на жигу, там, продать жигу с плюсом в десятку, и вот так подымались. Приходили люди, у которых было несколько миллионов сразу, там 6-8 миллионов, с автосалонами. Причем, кстати, чувак, который делал где-то лям 200, лям 300 с автосалона, пришел ко мне, прошел обучение и стал одним из моих лучших друзей на сегодняшний момент, потому что он говорит, мы продавали серые до твоих курсов 30 машин в месяц, потом стали продавать 45, просто вот эти технологии все внедрили. Говорит, это вот самое лучшее вообще, что самая лучшая инвестиция, которая была в моей жизни, сказал чувак, у которого два автосалона. Вот, это абсолютно реальные люди. Мы делали встречу летом, они тоже все были, мы перезнакомились, бизнес всякие связи наладили и так далее, партнерство. Это все те возможности, да, которые у нас есть в нашей группе, в нашем сообществе, в которые вы тоже доступ получите, если захотите. И следующим летом тоже надеюсь провести такой же слет перекупов. Вот. Ну окей, давайте теперь к нашему обучению. Смотрите. Почему вообще я его решил сделать? Основная причина, это, конечно, в том, что я люблю, знаете, у меня такой подход. Если ты хочешь сделать какой-то бизнес реально успешный, найди то, чего тебе в жизни не хватает, попробуй где-то это найти. Если этого нигде нет, делай из этого бизнес, потому что, скорее всего, этого не хватает многим. И вот когда я начинал, да, сам, мне капец как не хватало кого-то, кто может мне просто подсказать. А никто ж не делится, все же боятся конкуренции, понимаете? Никто тебе правды не скажет. В лучшем случае тебе там, ну там, хи-хи-хи, да, и как бы, ну, разговор так просто в сторону уведут. В худшем тебе намеренно соврут. То есть я сталкивался с тем, я в 2002 году я начал машинами заниматься, то есть уже 17 лет назад, представляете? Вот, да, у меня опыт большой. И... я помню, вот стоял еще на авторынке, да, в регионе, я докапывался до местных перекупов, пытался с ними как-то подружиться, разговорить, и вот они никто вообще же не делятся, ну не хотят, не хотят конкурентов плодить, и в лучшем случае они просто тебе ничего не скажут, а в худшем они тебя специально обманут, короче, чтобы ты там где-то заблудился, да, бабки потерял, бросил это дело, такое тоже бывает, представляете? И мне вот, например, сильно не хватало этого, я думаю, слушайте, ну, рынок-то большой, но, по крайней мере, здесь в Москве. Вот я работаю в Москве. Вот.
Рынок огромный. Если там плюс 1000 перекупов прибавится, вообще ничего не изменится. 10 тысяч прибавится, ну, чуть-чуть изменится, да. Старые уйдут, новые будут. Все. Ну, рынок есть рынок. На нем действуют законы рынка. Невидимая рука рынка Адама Смита. Почитайте. Не будет никаких проблем, если я просто с кем-то поделюсь. Тем более не будет никаких проблем, если я поделюсь с кем-то из других городов. Если ты в Иваново, в Краснодаре, в Владивостоке, в Петрозаводске, в Сочи, я не знаю, в Махачкале будешь заниматься по моим технологиям, мне это как повредит? Никак. Поэтому первая основная причина, почему я начал это делать, я увидел в этом какую-то перспективу для бизнеса, потому что я считаю, что это нужно, это будет востребовано, и это не изменит, знаете, как-то там прям все в тартарары, какой-то страшный секрет. Да, фигня все это, ничего такого не будет. Я этим занимаюсь уже 2,5 года. И да, я признаю, что рынок изменился благодаря мне, благодаря нашим ребятам, благодаря вот этим всем курсам. Сейчас он стал, да, действительно жестче, стало больше конкуренции. Я с этим согласен. Но это и говорит в ту сторону, что наоборот, надо еще больше учиться, еще сильнее прокачиваться, чтобы быть вне конкуренции. Именно поэтому я создал курс «Автодилер 2», про который я сейчас расскажу. Тот курс «Автодилер», мы его делали с Мариной где-то 2,5 года. Ну вот сколько? 17 сентября 2016 года, вот первый поток мы стартовали, с тех пор прошло 23 потока. Все, мы этот курс закрыли и сейчас открываем новый. Новый курс, он будет включать в себя 3 мощных блока для новичков, для профессионалов рынка и для VIP вообще чуваков, которые хотят, ну реально, бабки делать прям хорошие. Сегодня я вам расскажу про блок для новичков, для профессионалов не буду рассказывать, потому что вам это, ребят, пока не надо. Потом, когда мы с вами пройдем все это обучение, вы увидите, как это круто, что это все работает, вы уже дальше сами придете ко мне на курс для профессионалов. А пока мы будем говорить только про курс для новичков. Итак, что в него входит? Смотрите, там будет 6 занятий. На первом занятии мы с вами рассмотрим введение в авторынок. Я расскажу очень много всяких таких прикольных вещей относительно того, как правильно вообще, как рынок устроен, да, откуда там деньги возникают, вот как не попасть, да, как понять, ходовая машина или нет, список ходовых моделей дам. Расскажу про то, куда вообще, в принципе, авторынок идет и как должен выглядеть перекуп нового времени. Расскажу про то, как с ваших денег получать максимум, то есть правильно их, да, с экономической точки зрения размещая. Ну, грубо говоря, да, то есть у вас, допустим, есть 300 тысяч, вот что лучше купить, одну тачку за 300, две за 150, или три за 100, или 6 за 50, что лучше? Оказывается, есть формула, и ее мне в свое время вывел экономист, ведущий из Роснефти, который занимается именно там. Он не просто экономист, да, он там какой-то начальник этого отдела, он реально крутой чувак, у него клад только 800 штук тогда был. Вот эту формулу я дам, вы будете всегда получать на свой капитал максимум. И очень много-много разных всяких штук я расскажу, про парашют, например, да, про волны рынка, как, почему машина то дороже, то дешевле, про то, как поступать, если вдруг вы попали, да, как сделать так, чтобы ты с минимальными потерями вышел из любой ситуации. Расскажу про стратегии поведения на рынке, какие они вообще существуют. Вы знаете, что вы можете покупать машину в соседнем регионе, или заниматься срочным выкупом, или заниматься битыми тачками, или заниматься исключительно Лексусами или Жигулями. Это все разные подходы. Я расскажу про них, про все, какие могут быть. И вы для себя изначально выберете оптимальный. Потому что если вы, например, занимаетесь вот такими тачками, вы имеете 100 тысяч в месяц, то занимаясь вот таким способом, такими тачками, вы имели бы 200. Время, деньги, ребят. И про это основная будет мысль нашего первого занятия, вводного. Ух, с меня под градом льется вообще. Наше вводное занятие. На нем вы поймете, как устроен авторынок, ваше место на нем и как действовать наиболее оптимально. На втором занятии мы с вами рассмотрим поиск,
поиск автомобилей. Как определить сладкий вариант, как понять, что он сладкий, да, что это не обман какой-то, что это не какой-то не ликвид, что это реально классный вариант, да, что он под ним есть деньги, и как его забрать. Вот. Как его найти, как выстроить вашу индивидуальную систему поиска. Вот про это будет занятие. Все наши занятия длятся 5-6 часов. Иногда у нас одно занятие по продаже длится почти 7. Они очень объемные. Я стараюсь очень коротко, быстро, по сути, сжато выкладывать, но информации очень много. И вы действительно очень сильно прокачаетесь. За это я отвечаю. И заметили, да, что я уже 2,5 года почти этим занимаюсь, и ни одного негативного отзыва от моего ученика нет. Потому что все получили, ну, настолько мощную прокачку, да, что больше, ну, не на кого жаловаться. Ты вот с этой прокачкой либо идешь и делаешь, да, либо идешь и не делаешь. Это уже твой выбор, что ты будешь с этим делать. Но инфу я даю мощную. И прокачку я делаю классно, потому что у нас есть домашние задания, еще я об этом скажу. То есть у нас курс, он не просто, да, мы с вами там видео посмотрели какое-то в YouTube. Нет, это курс. Мы работаем вместе, понимаете, на ваш результат. Про это тоже чуть позже расскажу. Так вот, второе занятие будет посвящено тому, как находить сладкие варианты, как их определять, как делать это постоянно и как создать свой индивидуальный способ поиска. Потому что можно искать много где и много как. Вы про это пока не знаете, я вам расскажу. Ну, это звучит самонадеянно, но я на самом деле знаю. И вы узнаете тоже это. Очень много стратегий поиска, вариантов поиска. Много мест, где можно искать. Много способов, как можно искать. Понимаете? Это все индивидуально. И вы для себя выберете. Это тоже будет домашнее задание. Я вам с ним помогу. То есть на выходе из этого урока вы получите свой индивидуальный фильтр по поиску, свою индивидуальную стратегию поиска. И научитесь находить сладкие варианты и делать это постоянно. Третье занятие будет посвящено покупке. Здесь мы вот все, что сегодня мы с вами обсуждали, все вот эти ошибки, мы это все будем рассматривать на этом занятии. Оно начнется с того, что я вам дам технику, как быть первым. Ну, не 100%, да, но 90% зато. Потому что без этой техники вы первым будете в 20-30% случаев. Ну вот сладкий вариант, например, выстрелил, да, и вам надо его забрать. И вы еще столкнетесь с этим, вы нифига успевать не будете. Просто будут постоянно забирать кто-то понаглее, побыстрее, поближе. Вы будете, как знаете, вот маленький воробей вот такой летает, а там площадь, на ней семечки кидают голубям. И вот голуби кишат такой кашей, и вы, маленький воробей, пытаетесь что-то ухватить, и хер там плавал, короче, извините. Но по-другому я не знаю. Потому что я через это сам прошел, я же не просто тут фантазирую, я это сам прошел, я все это видел, я все это уже давно решил, из всего этого созданы стратегии, которые я даю вам, чтобы вы уже просто вот не парились в дальнейшем. Хочу за это каких-то денег, разумеется, потому что, ну, А как вы хотели? Вы же тоже бесплатно не будете этими машинами заниматься. Все мы должны как-то зарабатывать. Я создал хороший продукт. Я за него хочу денег. Все нормально. Но вы не просто... А вы... не просто вы как бы их потратите, да, вы их вложите. А между расходами и инвестициями, сами понимаете, какая разница. Но об этом тоже позже поговорим. В общем, смотрите, я расскажу на третьем занятии сначала то, как быть первым. Затем я расскажу, как диагностировать автомобиль вообще по всем необходимым точкам. То есть не углубляясь туда, куда не надо, но в то же время не пропустив ничего значимого. Это система Fast Check, я ее называю, экспресс-диагностика, которую я просто за... Ну, годы, да, вот осмотров этих, я уже там технологию для себя определил, как все посмотреть, в какой последовательности, чтобы вот, ну, реально понимать, в каком состоянии машина. Вы это тоже получите. Как проверить машину, юридическую чистоту по всем базам. На самом деле, одной базы недостаточно. И я вам так скажу, что всегда есть моменты, например, на юридическую чистоту, на кредиты, праворульные автомобили, у которых ВИН-кода вообще нет,
или автомобиль-двойник. Вот так вот по одним базам вы это не увидите. Это надо глубже смотреть. И я расскажу тоже про все это подробно. На выходе, ребят, вы будете абсолютно уверены в чистоте юридической автомобиля. И по документам расскажу, как определять подделки, как все, вообще все, что нужно, вы все это узнаете. Все про документы рассмотрим. Все рассмотрим про ВИН-коды, ржавые, нержавые, варен, не вареный, все с фотографиями, все будет. Все это вы поймете, увидите, узнаете. А по каким базам, что именно и как смотреть, что значит вот эти вещи, да? Что делать, если прилетели, ты машину купил, ограничения прилетели там через 2 дня и так далее. Все эти юридические моменты, все эти приставы, все эти вот, ну вообще все, да, что может с вами случиться неприятного. Это же все стандартно, мы через это все проходили, ответы на все есть, вы их получите на 3-м занятии. Также вы узнаете на 3-м занятии, как правильно оформлять договора купли-продажи, как правильно оформлять ваши вообще отношения, да, с покупателем и с продавцом, чтобы это было юридически правильно, чтобы ваша задница была прикрыта, и чтобы вы могли смело вести стримы, каналы, могли ходить с гордо поднятой головой, не бояться, что кто-то там из вашей там сотни проданных машин где-то вас там встретит, да, однажды на улице. Нет, этого всего не будет. Я вам расскажу именно, я вам дам такую технологию, которая позволяет на выходе, да, вот на выходе из 3-го занятия вы научитесь покупать автомобиль как профессионал. Вы научитесь покупать автомобиль со 100% гарантией юридической чистоты, со 100% пониманием его технического состояния по износу, по основным агрегатам, по ВИН-кодам, номерам кузовных двигателей, по ДТП, по общему износу и так далее. Вот все это я называю профессиональная покупка. И об этом будет урок номер 3. На выходе вы сможете покупать тачки как профессионал. На 4-м занятии мы с вами рассмотрим процесс подготовки к продаже. Здесь основная проблема у людей в том, что они не понимают, где золотая середина. Они либо вкладывают больше в машину, чем нужно для подготовки, либо меньше, чем нужно. Вот если меньше, тачку никто не покупает, она зависает, и ее приходится уже отдавать намного дешевле, ты теряешь деньги, это невыгодно. Если ты вложил больше, чем нужно, ты просто отдал деньги, иди отдай нищему лучше, отдай своим детям, отдай жене, маме отдай, зачем ты отдаешь, непонятно, ты просто выбросил. Не надо вкладывать деньги туда, куда вкладывать их не надо, это глупо. Вот. Примерно об этом и вообще о том, как готовить автомобиль. Теория подготовки, что надо делать, что не надо, на что смотрят. Вот это все с одной стороны. И с другой стороны практика. То есть как конкретно там убирать царапины, как конкретно чистить это, как конкретно выпрямлять это, убирать ржавчину там. Вот все, вот это все будет. Плюс к этому будет еще обучающий видеофильм, где я специально купил автомобиль, весь побитый, покоцанный, и показываю, да, на его примере, как конкретно надо готовить автомобиль к продаже. Это тоже все у вас будет. Это 4-е занятие. На выходе из этого занятия вы сможете, вы станете подготовщиком уровня Бог. Сможете делать это оптимально. Вот. Это важный момент. Это действительно важный момент. Может быть, важный сейчас так не очевидно, да, пока вы с этим не столкнулись. Но когда вы столкнетесь, вы увидите, сколько это жрет вашего времени и денег. Я вам расскажу, как это делать все реально оптимально. Дальше. 5-е занятие. 5-е занятие мое любимое. Про это продажа. Здесь, вот оно, кстати, самое длинное. Здесь мы рассматриваем модель неизбежных продаж, то есть как сделать так, чтобы тачка у тебя по-любому продавалась, да? Стратегия день сурка, воронка продаж, это вообще очень крутая история. Мы делим процесс продаж на 3 этапа, это сбор звонков, обработка звонков и показ. И вот на каждом этапе есть своя цель, на каждом этапе есть свои правила. И
если ты делаешь все правильно, то твой покупатель, он, в общем, идет нормально и четко, да, и твою тачку в итоге, если она ему подходит, потому что это очень важный момент, ты не должен продавать что-то кому-то, кому реально не надо, да. Там система фильтров, я это все расскажу, как своего человека находить, да, и как с ним работать. Я расскажу о том, как создать крутое объявление, да, чтобы у вас телефон обрывали, фотки, текст, позиционирование. Я расскажу о том, как принимать звонки, как на этапе звонков фильтровать мудаков всяких, которые ваше время просто отнимают, и нормально продвигать, да, дальше на показ тех людей, которые, ну, действительно ваши покупатели. Я расскажу о том, как показывать, да, как снимать потребность, как понимать, что у человека в голове, хочет он купить, не хочет, надо его там как-то подталкивать или наоборот не мешать. Это все зависит от типа личности покупателя, от его системы мотивации. Как это определить даже по разговору, по манере двигаться, да, по языку жестов, я это все расскажу. Вы, ну просто я это вот давно уже, да, с 2002 года этим занимаюсь, я это уже просто вижу. Вот, я вижу по человеку, будет он брать или нет, понимаете, это вам любой перекуп с опытом расскажет. Но я пошел дальше, я это описал, чтобы вы тоже могли это видеть. Вот. Вы сможете залезать, по сути, человеку в голову и понимать, как он вообще склонен купить или нет. Потому что если нет, надо чуть-чуть, может быть, цену скинуть, да, может быть, надо чуть-чуть там поговаривать. Ну. А, или он, например, вообще готов точно купить, тогда можно вообще как бы, ну, не торговаться особо, правильно? Это важные такие моменты, которые все в деньги обходятся. Если ты это не понимаешь, то будешь зарабатывать меньше. Если ты это понимаешь, то будешь зарабатывать больше. Все очень просто. Это наша продажа. Я расскажу про типы покупателей. Там он один или с женой пришел. Там, если приехал с автоподборщиком. Я расскажу про то, как покупают мужчины, женщины, семейные пары. Я расскажу про то, как оформлять тоже все эти документы. Как торговаться. Как сделать вашу продажу неизбежной. В общем, на выходе из этого урока вы сможете продавать автомобили на уровне реально профессионала. Вот реально сможете, потому что я дам все для этого инструменты. Вы их просто берете, внедряете, делаете. И там очень все просто. Делай раз, делай два, делай три. Идешь, делаешь. Оба-на, продал. Прикинь. Это действительно очень круто, когда ко мне приходят люди, ну, пишут, да, или видеоотзывы делают. Кстати, Марин, кинь ссылку на наши видеоотзывы. Вот ребята, которые у нас проходили раньше, они там видеоотзывы, некоторые из них делают, там штук 40, наверное, 50, я не помню точно. Можете посмотреть. Такие же ребята, как вы, тоже так, ой, сомневаемся. А потом, какого черта я так долго думал, блин, столько денег мимо прошло. Вот и все. Вот они тоже, вот такой отзыв был. Я вообще, ну, прошлую машину продавал 3 месяца, а тут продал за 3 дня, это чудо какое-то. Да, это, может быть, звучит как чудо, но просто видите, в чем фишка. Когда ты допускаешь какую-то одну или две ошибки, вот этого достаточно для того, чтобы твоя машина не продавалась. И если ты ничего не меняешь, то она у тебя не будет продаваться ни месяц, ни два, ни три. Потому что ты совершаешь ошибку. Но ошибки разные, не будем на это время тратить. Даже вплоть до того, как ты ее сфотографировал. Да? Людям, может, там какое-то дерево отразилось, да, в двери, они будут думать, там вмятина. А ты видишь, что ты же знаешь, что ее там нет. А люди-то видят, что она есть, и все, они не звонят поэтому. А еще, если ты в тексте напишешь, тачка вся целая в родной краске, они видят вмятину, они подумают, да ты балабол. Все, звонить туда не будут. Вот из-за одной такой вещи ты можешь просто тут неделями, месяцами продавать тачку, и тебе никто не позвонит. Или позвонят какие-то левые перекупы, которые, ну, тоже такие, ну, там, давай на сотку дешевле. В общем, на выходе из 5-го урока вы будете продавать реально круто, вы будете продавать реально как профессионал. И это очень важный навык. Только за один навык продажи, вот, можно отдать очень много денег, я вам серьезно говорю. Потому что, когда у вас крутой навык продажи, вы можете по большому счету покупать что угодно, вы все равно это продадите. Вот. Тут вопрос цены и умения, да, все это делать. А я именно его и даю на своих курсах. 6-е занятие посвящено двум основным большим темам. Первое – это юридическая сторона вообще бизнеса. То есть оформление всех документов, налоги, как правильно оформить там
свою деятельность, да, как не попасть под закон о незаконном предпринимательстве. Вот это, кстати, уголовная статья, между прочим, и по ней сроки бывают реальные. Вот, как взаимодействовать с налоговыми органами. Я еще раз хочу сказать, что здесь каждый свою схему выбирает, но если вы думаете, что легально работать и платить налоги – это очень дорого, то поверьте, вы заблуждаетесь, и об этом мы поговорим с вами на шестом занятии. Это будет первая часть, да, легализация вашего бизнеса, безопасность вашего бизнеса, чтобы вы могли им спокойно, нормально заниматься и не бояться ничего. И вторая часть шестого занятия, она о том, о создании вашей личной эффективности. То есть эффективность – это сколько вы денег зарабатываете в месяц. Если вы сейчас зарабатываете 30-ку, вот, значит, вот вы стоите, да, ваше время стоит 30 тысяч в месяц. Если вы зарабатываете 300, ваше время стоит 300 тысяч в месяц. И на самом деле, управляя этим показателем, сколько стоит ваше время, вы растете, и тем самым растет ваша эффективность, ну и доходы, соответственно, да. Вот об этом мы будем говорить, я вам дам те технологии, которые лично мне помогли, потому что на эффективность очень много чего влияет. Это и ваше внутреннее состояние, это и депрессия ваша, да. Такое часто бывает у перекупов. Просто какая-то депрессия, что-то нехочуха, да, какая-то. И ты лежишь на диване 2 недели, а потом думаешь, слушай, я же делаю 100-ку в месяц. 2 недели провалялся, полтос потерял. Блин, как так? Ну реально? Ведь это правда. Время – деньги. Когда ты начинаешь заниматься бизнесом, действительно толковым, вот тут вот твой каждый день начинает стоить денег. Когда ты валяешься на диване, ничего не делаешь, конечно, для тебя и 10 тысяч большие деньги, потому что, ну, твое время ничего не стоит. Когда твое время начинает стоить каких-то денег, ты начинаешь понимать стоимость всех вот этих инструментов, которые я даю. И на шестом занятии мы поговорим о юридической защите бизнеса и о том, как его сделать максимально эффективно. В принципе, все. Это по самому курсу. К нему будут домашние задания. Мы с вами будем все вместе работать. Мы будем в одной группе, да, у нас будет общий поток, общий чат, будет взаимная поддержка. Я буду давать вам обратную связь по вашим проектам, да, которые вы будете начинать. На курсе надо, ну, в идеале, да, если вы можете, большинство вообще-то может, уже купить первую машину, уже продать и окупить курс до конца обучения. Кстати, стоит он 30-ку. Это ровно столько, сколько в среднем вы с одной тачки будете зарабатывать. То есть, на самом деле, это выглядит так, в моем понимании. Я передаю вам весь реально свой опыт. Я с вами занимаюсь месяц с каждым. И за это просто ты мне отдаешь прибыль со своей первой сделки. Вот в моем понимании это выглядит так. Соответственно, ты проводишь сделку, получаешь 30-ку. Ну, пусть, ладно, бывает первый блин комом. Это, ну, бывает, да. Допустим, ты не 30-ку получил, ну, 15-ку ты получил. Ну, значит, с 2 сделок, самый максимум, ты окупишь все свое обучение. Ты получишь все эти знания, они навсегда с тобой останутся. Ты сможешь заниматься тачками везде. В России, в Украине, в Таиланде, в Беларуси, в Казахстане, в США, Германии, Франции. У нас же люди там почти везде есть. У нас, знаете, где есть люди? Ну, в странах СНГ везде есть, кто уже курсы прошел и работает. У нас есть в Италии, во Франции, Литве, Латвии, в Бельгии. Вот из европейских стран у нас тоже есть ученики, и они тоже там работают. У них чуть-чуть с документами по-другому, но все остальное ровно то же самое. Все технологии также работают. Вот, обучение длится месяц, ну, на самом деле, как бы 2 недели, да, ну, месяц, то есть 2 недели интенсивное обучение, то есть мы с вами прям каждый день прям херачим, да, за это время у нас пройдет 6 вот этих уроков, они будут идти понедельник, среда, пятница, в 7 часов по московскому времени, кто не успел, опоздал, не смог посмотреть, вам будут предоставлены видеозаписи, доступ к видеозаписям будет открыт в течение 2 месяцев, так что все нормально. Если что-то там не складывается, да, в крайнем случае можем перенестись на следующий поток. В общем, организационные вопросы все к Марине, она это все вам поможет, расскажет, ну, подскажет, да.
Вот, она такая девочка хорошая, на самом деле, все решается, за это вообще не парьтесь даже. 2 недели плотного обучения, за это время мы с вами должны купить машину, подготовить и в идеале продать. Вот, у большинства это даже получается, ну не у большинства, у половины примерно, да, и потом 2 недели, они такие, знаете, как бы, как этот процесс, ну вот, называется, закрепляющие, что ли. Вот эти 2 недели у нас будет обратная связь в чате, вот, и 2 мастер-класса я проведу по воскресеньям, на которых я покажу для тех, кто уже совсем, ну, там, что-то не одупляет, да, или отстал, или что-то не понял, как это я конкретно делаю. Я открою свой монитор, я вам расскажу, как я ищу машины, я покажу вам, как вы будете искать, то есть вплоть до того, что, ну, допустим, ты сидишь в Архангельске, у тебя есть 200 тысяч, ты хочешь купить что-то сладкое, ну, не можешь найти, да, окей, я тебе найду. А ты следи за руками, да, я, то есть, буду открывать, вот мы откроем Архангельск, посмотрим, что есть, я тебе расскажу, какие машины там у тебя продаются, почем они продаются, я это знаю, потому что я уже занимаюсь, бог знает сколько. Я уже и в регионе занимался, и в Москве занимаюсь давно, и ученики у меня везде есть. Я с каждым тоже мы занимаемся на личном коучинге. Я занимаюсь с ребятами из других регионов. Вот, то есть мне реально понятно, да. В большинстве городов России мне понятно, что и как продается. Я тебе все это подскажу. Даже будем также открывать. Я вот, допустим, там, ну, Nissan Note, да? 2008 год, 310 тысяч, автомат 1.6 в родной краске. Дорого. То есть, дальше. ЗАЗ Сенс, там, не ликвид. Дальше. И вот, вот так вот, по списку, да? Я тебе просто вот расскажу. Вот, и ты поймешь сам принцип, что мы ищем, что мы не ищем. Ну, это для тех, кто там отстал. На самом деле, я все это расскажу уже на 2-м занятии, как это все делается. Вот. Так что, обучение займет 2 недели интенсивных и 2 недели закрепительных, то есть месяц. Все это стоит 30-ку, пока что будет дорожать, обязательно будет, потому что, ну, цены, конечно, растут на все. И на машинах уже тоже люди стали больше зарабатывать. Уже кто-то уже и 50 делает, и 40, и 60, я имею в виду в среднем, да, не то, что там вау. Одноразово можно вообще много заработать, а так, чтобы на постоянку, да, я вот эти 30 тысяч назвал как именно ту сумму, которую можешь делать стабильно, постоянно и часто. Вот, и она тоже уже начинает расти, эта сумма. Курс наш тоже будет расти, поэтому пока 35, вот, в принципе, я высказался. Если есть какие-то вопросы у вас, ребят, можете задать Марине, ссылку она на себя кидает в чат, вы его видите, я его не вижу, извините, что сегодня на вопросы не смог ответить, ну вот, техническая такая часть. И последняя, плюшка, подарок, для тех, кто досмотрел до этого места, ребят, для вас бонус, для тех, кто запишется в течение суток, с момента выхода этого видео, ну, то есть, вот, сейчас сколько у нас времени, блин, часы не видно. Ну, в общем, короче, вот, сегодня воскресенье, да, много у кого сейчас там банкоматы закрыты, банки закрыты, окей, до завтрашнего вечера, там, не знаю, пусть до 8, до 10 вечера завтра, понедельник, вот, кто запишется, оплатит, ну, или внесет хотя бы какую-то часть, да, вот, вам будет от меня личный бонус, я помогу вам провести первую сделку удаленно. Ну, то есть проконсультирую по всем этапам. Тут вообще думать не на чем. С этой сделки ты все и окупишь. Окей. С вами был Сергей Маковский. Вот такой вот обучающий курс. Записывайтесь. Скоро уже начнем. Не бойтесь меняться к лучшему. Что еще сказать? В это время я обычно отвечаю на вопросы. Сейчас я их не вижу. Давайте, короче, резюме. Итак. Что этот курс вам даст? Самое главное, что вы получите рабочую технологию. То есть вы получите, скажем так, навык. Потому что мы не просто с вами будем что-то там сидеть, да, по скайпу болтать. Нет, мы будем работать. Я буду за ходом этой работы следить. В процессе этой работы у вас под моим наблюдением
будут возникать навыки, которые я буду корректировать, да, именно для тех, кто запишется сегодня, это будет. Потому что с каждым я тоже так не могу, ребята, у меня время на всех не хватает, вы должны это понимать. Поэтому вот кто сегодня запишется, да, в течение суток, вам я помогу, прям вот, вот прям помогу, да, на этом пути. Остальные тоже, в принципе, в группе все схватят, я думаю, проблем в этом больших нет, ну, как бы со мной, конечно, лучше. Вот, мы с вами создадим именно навык. Этот навык у вас останется. Какой навык? Навык поиска, покупки, подготовки и продажи подержанных автомобилей с выгодой и построений бизнеса на этом всем. Причем бизнеса высокодоходного, бизнеса устойчивого к любым кризисам и бизнеса, который дает вам свободу перемещения и очень много времени. Тут думать, на мой взгляд, не на чем. Но вы, конечно, решайте сами. С вами был Сергей Маковский. Для того, чтобы записаться на обучение, пишите Марине. Вот прямо сейчас пишите. Без разницы, задавайте вопросы какие-то. Денег там не хватает, если вдруг, да, есть у нас и такие пацаны. Поговорите с ней. Может быть, какую-то рассрочку она вам даст. Может быть, сейчас там просто место сможете забронировать. Потому что в следующий раз я наберу человек 10, да, которым могу помочь, а больше, ну, извините, да, я сам не успею. В общем, пишите Марине, с вами был Сергей Маковский, не бойтесь меняться к лучшему, и увидимся на обучении, я тебя жду, пока.